Фонбет – титульный партнер чемпионата России по интерактивному баскетболу. РФБ и Фонбет дарят тебе потрясающую возможность играть в NBA 2K и зарабатывать деньги. Теперь ты можешь совмещать приятное с полезным, не выходя из дома. И навряд ли твоя мама, жена или девушка будут ругаться из-за того, что ты постоянно играешь в приставку. Ведь на кону кругленькая сумма за победу в чемпионате. Добро пожаловать в эпоху кибербаскета! Это пятерка лучших моментов первого тура. На пятом месте Егор Белокуров из Волгограда, который остановил летающего Зака, отвесив ему мощный блокшот. Для мистера Лавина засунуть руку по локоть в кольцо, как мемчик другу отослать. Но все же нужно быть аккуратнее, когда геймпад находится в руках Егора. На четвертом месте, вы сейчас офигеете, звезда российского баскетбола Дмитрий Кулагин. Да, может, он и завершил свое выступление в плей-офф раньше всех, но все-таки сумел оставить яркий след в мире интерактивного баскетбола. Третье место. Все мы знаем, что Джеймс Харден с другой планеты. Он всегда в огне, неважно где, в реальной жизни или в виртуальной игре. Автором безумного базера середины площадки стал Вячеслав Еманди из Плесецка. Между прочим, Слава сумел дойти до финала, но, к сожалению, уступил там и стал серебряным призером первого тура. Второе место. Вот ты можешь похвастаться тем, что обыграл в баскет защитника национальной сборной? Нет. А этот игрок может, пускай с оговорочкой, что произошло это в онлайне. Помимо этого факта, а также сотни термоядерных данков в его исполнении, Сергей Морозов из Москвы стал победителем первого тура и ограбил Фонбет на 10 тысяч рублей. Ну и наконец, первое место. Чего еще мы с вами не видели? Блокшоты были, данки были, сумасшедшие базеры были. Настало время увидеть потрясающий алле-уп! Дефес Андонда благодаря своим геймерским навыкам попадает на первую строчку нашего топа и вписывает свое имя в историю как автор лучшего момента стартового тура. До встречи в онлайне! RussiaBasket.ru. Люби эту игру! Фонбет – титульный партнер чемпионата России по интерактивному баскетболу.